Семена, ирхим мане хабадакшат харакшат, буретхала узыха хусылтен худут. Муну деремне дамжулга, былым болажа, ехо гонер халтай юма узыжа, мадыха болонат. В эфире телеканала АТВ программа Турылхихылын Ухибут. С вами я, Людмила Намжулон, и наши классные дети Сэмбэна Ухибут! Сэмбэна! Итак, ребят, сегодня наша программа посвящена национальным танцам. Кто мне скажет, какой национальный танец у бурят? Дари? Йохор, правильно. Йохор – это некий такой солнечный танец бурятского народа. Йохор – это бурятский хоровод. Йохор – бурятский традиционный вид народного творчества. Как известно, это танец, сопровождаемый пением. На первый взгляд кажется просто. Встали в круг, взялись за руки и повторяем движения тех, кто уже танцует. Но на самом деле йохор – это единое слаженное движение. Чтобы стать частью этого единого целого, чтобы самому не сбиться и не сбить других, чтобы ваши движения выглядели эстетично и радовали глаз людей, лицезреющих это действо. И, наконец, самое главное, чтобы получить удовольствие от исполнения йохора, необходимо знать три вещи. Во-первых, надо понимать, осознавать, что такое йохор. Во-вторых, знать текст, песню йохора. И, наконец, знать движение. У разных родов йохоры означали, имели какой-то свой смысл. Например, у западных бурятов, у ихирит-булагатов, йохоры назывались надан. Надан – это буквально переводится как «игра» или «хатернадан» – «танец-игра». Наданы танцевались при завершении шаманских обрядов жертвоприношений. Далее они танцевались на обрядах або. У восточных бурят, у хари-бурятов, йохор или нэрьилгэ означали сами танцы и тоже имели свой религиозный смысл. Кто знает, как танцуется йохор? Дари? Люди становятся в круг и все вместе начинают идти по кругу и танцевать. Йохор в прошлые времена был частью жизни бурят, и он, конечно же, глубоко символичен. Круг йохора ассоциируется с солнцем, с движением планет во Вселенной, жизненным циклом, вечностью, постоянством и круговоротом жизни. Ученые-исследователи выявили, что основой зарождения йохора послужили охотничьи и шаманские обрядовые танцы. Ну что, ребят, может, попробуем сейчас сами станцевать йохор? Давайте! Давайте, беремся за руки, встаем, делаем круг и медленными шагами. И еще, знаете, ноги в танце йохор были как значение или поклонение коням, а руки у бурят как означали поклонение птицам. Имели вот такой смысл йохора. Еще какие движения? Кто? Вот Дариша делает. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ой, ты что? Итак, кто знает, как на бурятском языке будет левая сторона? Левая сторона. Это зунгтала. В левую сторону зунгталару. Мы идем зунгталару. А в правую сторону это барунгтала. Правая рука. Барунгар. Идем в правую сторону. Как будут на бурятском ноги? Ноги. Кто знает? Хул. Хулоро идем барунгтыше. То есть мы идем ногами в правую сторону. Руки. Как будут руки на бурятском языке? Гар. Гора. Гора худулгожа. Двигаем руками. Молодцы, ребята. Наречие места и образы действия. Наречие места отвечает на вопросы хана, где, хэше, куда, хаур, где, куда, ханга, откуда, и обозначают место совершения действия и направления движения. Например, урда – впереди, на юге, уракша – вперед. Наречие образа действия отвечает на вопросы яже, хэйшангаже, ямарар и указывает на способ совершения действия, изменение состояния и результат действия. Например, тургор – быстро, уданар – медленно. Дэйвр уга
Наречия. Урда – впереди, на юге. Уракша – вперед. Хоэна – сзади, на севере. Хоэшо – назад. Барунте – на правой стороне, на западе. Зумте – на левой стороне, на востоке. Барунтеше – вправо, на запад. Зумтеше – влево, на восток. Тургор – быстро. Уданар – медленно. Шангар – громко. Алиханар – аляр – тихо. Эптегер – дружно. Хухютегор – весело. Дэра – высоко. Дора – низко. Дэше – выше. Дошо – ниже. Тойрот – вокруг. Дунда – посередине. Сейчас мы с вами попробовали станцевать йохар, но мы, так сказать, еще не особо это умеем. Сегодня нам в этом поможет артистка театра и песни «Байкал», заслуженная артистка Республики Бурятия Кукшинова Екатерина. Здравствуйте, Екатерина! Ребята, поздоровайтесь, наши гости! Здравствуйте! Здравствуйте, дети! Сэмбана! Мы сегодня с вами изучим два вида йохары – дербежин и кяхтинский йохар. Вы готовы? Да. Да. Давайте с вами разделимся на две команды. Вы у нас будете первая команда. Вот так в линию встаем. Так, вы сюда в линию встали. Так. Взяли за руки. Правая рука у нас всегда ложится сверху. Левая рука у нас снизу. Зунгар. Угу. Давайте. Барунгар, зунгар. Первый пойдет наша команда, да? Мы делаем шаг с правой ноги вперед. Делаем раз, потом делаем шаг с левой ноги, два, три, четыре, пять, представили. Три хлопка. Раз, два, три. Понятно? Взялись опять за руки. И назад, также с правой ноги. Раз, два, три, четыре, пять. И опять три хлопка. Раз, два, три. При этом ручки у нас ходят направо. Ручки направо, направо. Налево. Направо, налево. Угу. Также потом мы стоим, ждем. Идет вторая команда на нас. С правой ноги барункуло. Да, и барункул, раз, два, зумкул, барун, три, четыре, зум. Пять, представили. Шесть. Раз, два, три. Хорошо, теперь назад идет. И барункулора. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Хорошо, молодцы. Взяли ручки за ручки. Корабль. Команда. Пошли с правой ноги вперед. Барункулора. Ручки у нас идут направо. И раз, два. Вы стоите на месте. Четыре, пять, шесть. Мы к вам идем. Раз, два, три. Идем назад с правой ноги. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Теперь мы ждем. Карабарасар. Барункулор. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Барункулоро хойшо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Молодцы. Разделительная идея причастия. Разделительная идея причастия выражает действие, которое предшествует другому действию во времени. Оно соответствует значению «сначала», «потом». Например, «гара барилсат» – «алхамханупти». Беремся за руки и делаем шаг вперед. Разделительная идея причастия образуется при помощи суффиксов «ат», «эт», «от», «от», «гат», «гэт», «гот», «гот», «яд», «ед», «йод», которые присоединяются к исходной форме глагола. При этом краткий гласный основы глагола выпадает. Например, «унше» – «уншаат» – прочитав, «ире» – «иреет» – придя, «ора» – «ороот» – «водя». На русский язык разделительная дея причастия обычно переводится дея причастием совершенного вида. Например, «барунг тэйше нигалхат зоксанабди» – «шагнули вправо, встали». Читаем на бурятском.
Ойыр мы стоим. Дурва, тава, зорага, нигын, хойыр, бурва. Хойшо, нигын, хойыр, бурва. Дурва, тава, зорага, нигын, хойыр, бурва. Теперь мы барун кулор. Нигын, хойыр, курва, дурва, тава, зорага, нигын, хойыр, бурва. Барун кулор, хойшо. Нигын, хойыр, бурва, дурва, тава, зорага, нигын, хойыр, бурва. Имя числительное в бурятском языке. Имена числительные при счете, а также без существительных, пишутся без конечного «н». Исключение составляет имя числительное «ныгын». В сочетании с существительными все числительные пишутся с «н», а числительное «ныгын» уже без «н». Например, «горва» – «горвын хун», «дурва» – «дурвын хун», «тава» – «тавын хун», «но» – «ныгын» и «ныгы хун». В составных именах числительных «н» также сохраняется во всех, кроме последнего. Например, «таван зун арван доло». В сочетании с существительными во всех. Например, «таван зун арван долон ху». Тогэ ныры. Имя числительное. Тык – ноль. Ныгын – один. Хойыр – два. Гурвын – три, дурвын – четыре, тавын – пять, зурган – шесть, долон – семь, нэмын – восемь, юхын – девять, арвын – десять, арвыныгын – одиннадцать, хорин – двадцать, гушын – тридцать, душын – сорок, тавин – пятьдесят, жарын – 60, далын 70, наын 80, ерын 90, зун 100, мянгын 1000, сая миллион. Порядковые имена числительные. Порядковые числительные отвечают на вопрос хыдытте, который, и образуются от количественных числительных при помощи аффиксов дахи, дэхи, дохи, в зависимости от сингармонизма. Например, хойер – хойердыхе – второй, гурвын – гурвудыхе – третий, дурвын – дурвудыхе – четвертый. При присоединении этих аффиксов неустойчивое «н» выпадает тавын – тавадыхе. В составных порядковых числительных аффикс добавляется к последнему числительному. Например, арвын – тавадыхе, тавин – долодыхе. Нигын, хойыр, гурва, дурва, тава, зурга. Нигын, хойыр, гурва. Нигын, хойыр, гурва, дурва, тава, зурга. Нигын, хойыр, гурва. Молодцы. Молодцы. Давайте выучим следующее движение в этом йохаре, да? По ногам смотрите. У нас правая нога будет заходить сюда. Если ваша линия стоит вот так, ножки вместе, ножки вместе. Делаем шаг правой ногой накрест. Раз. Шаг в сторону, два, и раз, два, раз, два, три, четыре. Угу. Только ты, Дариша, смотри, идешь, смотри, ты идешь и соединяешься, как тебя зовут? Саша. Соединяешься с Сашей, хорошо? Ты этим движением всех ведешь к Саше. А я веду вот эту линию к Люде. Ваша линия, смотрите, как мы идем. Мы также идем с этой же ноги. Смотрите, мы делаем шаг правой ногой накрест. Раз. Ну-ка, все вместе. Раз. Два шага в сторону. И раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Понятно? Ага. Известно, что в прошлом все знали текст и движение. Конечно, имело место всегда импровизация. Были и запевалы, и сочинители текстов. Слова, мелодии, движения йохара различаются у представителей разных районов и местностей. Они отражают внутренние, внешние, природные характеристики племен и родов.
Сава Зурга. Нивер Хойер, Гурва Зурга, Сава Зурга. Сейчас пойдем на крылья, да? Мороку, лорга, шарик, и... Варум, варумкуло, варумкуло. Круг. Гора, дыши, дошо, дыши, дошо. В Йохаре поют о жизни, о любви, о родине, о красоте природы, а также о том, что волнует людей в определенный период времени. Йохар выражает радость, хорошее настроение. И еще он исполняется не для зрителя, а для себя, танцующего и танцующих вместе с ним. Ну что ж, танцы танцами, а домашнее задание никто не отменял? Сегодня нам ребята расскажут о своей семье. Санбана би Юрга Женертеп, би Ронга, его Ронга би, би Эхирид Угеп, мини Хукшина Аба, Валера Гаженерте. Мини хукшина же гажен люба гаженерте. Мини аба чингиз гаженерте. Мини ажи ажамни гаженерте. Татуяна гаженерте. Мини мини ахэ. Ахэ мне байерх гаженерте. Мини ду пазаган алтаны гаженерте. Ималда. Ималда. Самбэна. Мини нэрэ дари. Мини булэ. Мини хукшин аба та апаон гаженерте. Мини хукшин эжи та ту... та... Дуся гжинарте. Мини аба та Сергей гжинарте. Мини эжи та Туяна гжинарте. Мини ахенут Чингис Вадим гжинарте. Сэмбэна би Данир гжинарте. Би Тунхенеп, би Хунгодер угэп. Мини булэ... Мини хукшин аба Афанасий гженерете. Мини хукшин жи Нина гженерете. Мини аба Владимир гженерете. Мини мини жи жи мини Алюна гженерете. Не мини духу бун ким гженерете и молда. Сымбына би Ульяна гаженертеп. Мини хукшип аба тире толя гаженертеп. Мини мини эжи тир мини хукши эжи тире ира гаженертеп. Мини мини аба тире Никита гаженертеп. Мини Эжи, тире, Наташа гаженертеп. Эне мини эгашеп, тире, Саша гаженертеп. Мини ду басаган, тире, Арина гаженертеп. Би Егор гаженерте, мини бул эгэбэше. Би абатайп эжитайп духу бутайп эгашитайп. Мини аба Александр гаженерте. Мини жи Наталья гаженерте. Мини духу бун Матвей гаженерте. Мини агаше
Ксюша Гаженерте. Мені було хюхуптей. Сем бена, би Саша Гаженерте. Би Сеселенгин Амге Гусиноозерск Хатынби. Мені було томо. Мені хукшен аба Саша Гаженерте. Мені хукшен ажи Анна Гаженерте. Мені аба Андрей Гаженерте. Мені ажи Татьяна Гаженерте. Мені духу бон Ваня Гаженерте. Би до би були до дуратеп. Сей мене би Інга Гаженерте. Би Тонходер дала хайн би Хонгодер уди ане мені були ане хукшина аба В'ячеслав Гаженерте. Ане мені хукшин ежи Єлена Гаженерте. Ане мені аба Тумен Гаженерте. Ане мені ежи Марина Гаженерте. Ане мені егеше Лариса Гаженерте. Сембина би Кирю Гаженерте. Бибер Гажене Яріктен. Би Хиріту Геб. Ане мені були. Ене мені аба Ігор Гаженерте. Ене мені ежи Лена Гаженерте. Ене мені дуба схин Сарюна Гаженерте. Танец йохр кяхтинский очень быстрый. Нужно его активно работать. Хорошо? Делаем шаг в сторону. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Правое, левое, левое, правое. Правое, левое, левое, правое. И... Я не знаю, что такое.